День инкассатора в России – это в первую очередь профессиональный праздник сотрудников Росинкасса, являющегося крупнейшим отечественным перевозчиком как денежной наличности, так и иных ценностей. Организация имеет 78 филиалов по всей стране, которые ответственны за перевоз денег и в крупных, и в самых отдаленных населенных пунктах. Но поздравления с Днем инкассатора принимают также сотрудники и собственных инкассаторских служб, работающих при наиболее больших банках. В основном же кредитные организации в нашей стране доверяют государственной службе инкассации. Во многом работа инкассации зависит от начальства, и в нашей республике руководит региональным управлением Идрис Калиматов. Человек с огромным стажем работы во многих сферах. 30 лет своей жизни Идрис Калиматов отдал работе Грозненскому мебельному объединению, занимал и высокие должности в лесхозкомбинате Сунжинского района, а с 2010 года он возглавляет управление инкассации республики. Сегодня Идрис Бексултанович рассказал нам, как пришел в это ведомство. Ну, на работу в управление инкассации я просто попал, можно сказать, случайно. Заключается наша работа в следующем. Это мы занимаемся перевозкой ценностей, обеспечиваем охранную деятельность. Управление инкассации – это федеральная структура, серьезная структура, которая занимается перевозкой всех ценностей, которые вообще есть. Работа инкассатора во многом специфична. Специалисты используют специальные сумки с возможностью опломбирования. Перемещение как бригады инкассаторов, так и ценностей, которые они сопровождают, ведется на особом бронемобиле, а сотрудники оснащены современным оборудованием. Абукар Газдиев работает в этой сфере уже 5-й год, хотя он и планировал связать свою жизнь с полицией или стать следователем, но судьба распорядилась иначе. Молодой человек признается, что его работа требует внимательности и большой ответственности. Когда выходим на маршрут, в первую очередь надо смотреть по сторонам, кто рядом стоит, кто подъезжает, кто уезжает, как подъезжает. Ну, одним словом, быть начеку. Сегодня день инкассаторов. Всех хочу поздравить с этим днем. Коллектив поздравить, своих товарищей по работе. Ирзуш, Беркит Буш, Болхапахар. Работники инкассации, как отмечает Абукар Газдиев, всегда должны быть начеку и обращать внимание на все, что происходит вокруг них. Но несмотря на это, они принимают участие во всевозможных спортивных мероприятиях и завоевывают кубки и медали. День инкассатора – это традиционный профессиональный праздник всех тех, кто имеет отношение к инкассации вне зависимости от выслуги лет и занимаемой должности. В их числе рядовые сотрудники, инструкторы, технический и вспомогательный персонал. В этот день руководители благодарят подчиненных, награждают их орденами и грамотами за хорошую работу и большой вклад в развитие данной отрасли. Я хочу поздравить весь коллектив наш, а также по Южному федеральному округу, всех работников инкассации, наших работников, которые занимаются непосредственно сложной, опасной, можно сказать, ответственной, серьезной работой. Это ответственные, серьезные люди. Поэтому в этот день пожелания, которые я сегодня хочу сказать, это чтобы было доброе здоровье, благополучие в семье, обеспечено в семье, а также непосредственная, постоянная дружба в коллективе, что важно для выезжающего в бригадное обслуживание по перевозке ценностей.